Ну что могу сказать, это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь! Маркус, выведи его отсюда! Слушайте, вам надо уйти, пока это возможно. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся, пошел прочь! Иди, а что иди. В нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну чё застыл? Ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Чё стоишь, засал что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Конечно, я совсем забыл, ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай вот его! Что.
Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу, и все будет насор. Лео. О, Господи. Лео. Мальчик мой. Карл, я... Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Спасайся! Карл, я не хотел. Уходи! Быстро! Вон! Маркус! А ну, стоять! Мотив? Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке. Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой.
Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Слушай, ты пережил большой стресс, но нам необходимо понять, что произошло. Слушай, я тебе не враг. Я хочу помочь тебе, но если ты молчишь, я ничего не смогу сделать. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор, им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу. Восемь ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Ладно. Ладно. С тобой все будет хорошо. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. То, что случилось, не твоя вина. Я знаю, ты растерян, напуган. Ты не знаешь, что тебе делать. Расскажи, тебе станет легче. Признайся, и я помогу тебе. Обещаю, что я не дам тебя в обиду. Это бесполезно. Я сдаюсь. Уводи его. Все идет. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Пошли! Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал! Заткни пасть! Крис, ты его уведешь или как? Пытаюсь! Я вам не позволю. Оставьте его в покое! Я предупреждал ведь, паскуда! Все, хватит! Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, все, хватит. Тебе это с рук не сойдет. Черт. Все.
все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти?
Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Тут тепло. Сейчас согреешься. Thank you.
Ну, пошли. Брошенный дом. Но хоть и дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. В этой стороне ничего нет. Магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь.
Эй, ты что делаешь? А ну, положи на место. Черт. У нас нет выхода. Ладно. Только не психуй. Слушайте, извините, но вам придется лечь на пол. Бери, что хочешь. Только не убивай. Кэра, что ты делаешь? Так нельзя! Это плохо! Все будет хорошо. Черт! Ты их украла? Воровать очень плохо. Зачем ты это сделала? А как иначе? У меня не было выбора. Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Не бойся, мы просто посмотрим. Алиса? 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 Что ты делаешь? Чужие. Ральф чужих не любит. Совсем. Чужие обижают. Я не знаю, что с тобой сделали люди, но она тут ни при чем. Все люди хотят нас обидеть.
Но Ральф им больше этого не позволит. Нет, не позволит. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Тебе нечего бояться. Мы ничего тебе не сделаем, честное слово. Простите, Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Идем! Ну, давайте! Сюда! Ральф убежал и тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Ральф всегда от них прячется. Входите. Можете быть как дома. Ральф в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела. Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так. Тебе надо поспать. Посиди, я разведу огонь. Можешь ложиться. Не очень удобно. Но так ты хотя бы согреешься. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все.
чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Спокойной ночи.
Место, где наши свободны. Найди Иерихо! Найди Иерихо! Thank you.
поскорее. Привет. Я андроид AK-700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Привет. Я андроид AK-700. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайф.